вас сидеть, занять места для того, чтобы мы с вами уделили внимание, порадовались за нашего мастера, признанного авторитетного художника Олега Александровича Сковородова. И сегодня он представляет нашему вниманию выставку «Форма цвета ритма». Олег Александрович является именно тем человеком, который дает посыл в нашу голову, в нашу умы, что такое прекрасное, что такое хорошо и как надо любить свою малую родину, свою страну вот этими работами, этими красками. И мне поручено вручить высшую награду Витебского областного исполнительного комитета, грамоту Витебского областного исполнительного комитета вам. Александрович, уважаемые гости, мы рады, что имеем такую честь открыть вашу юбилейную выставку. Я хочу сказать, что ваши работы всегда позитивны. Они энергичны. Спасибо, что вы прославляете женщину, потому что они философские. Каждый видит что-то свое, но они узнаваемы. Мои коллеги собрались. Здесь сегодня прямо присутствующие на персональной выставе Олега Сковородки, потому что мы разом вышли, вылетели с одного гнезда. Олег Александрович Сапраўды, як тут казали, уславил не только свою малую родину, Лекарщину. И вот 50 лет я наблюдаю за этим человеком, как за художником. И он все время растет. Сам над собой растет. Вот. Не всякий художник может похвастаться и сказать, что вот он сегодня лучше, чем вчера. Олег это может сказать. Вот сегодня я вижу на выставке, она, казалось бы, довольно традиционная в его стиле, но цвет у него стал чище, смотрите, какие звонкие, сильные работы. Эти работы могут украсить любую большую международную выставку. Ну, я просто в первую очередь хочу поблагодарить действительно всех, кто пришел, не ожидал этого. И я хочу сказать спасибо не только художникам, но здесь присутствуют и медврачи, и профессора, которые помогают мне иногда в тяжелую минуту. Это Тадеуш Сута, Анатолий Тадеушевич и Алина Николаевна. Ну что сказать о выставке? Это выставка, конечно, ретроспекция, это выставка работы здесь от 1988 года и до последнего года.